Чесночная вода – главный фаворит для многих специалистов, которые отмечают ее положительное влияние на наш внешний вид и здоровье. Но на самом ли деле она так хороша? И что произойдет, если пить ее каждый день? Номер один. Ваши почки станут более здоровыми. Инфекции почек никогда не бывают приятными, но чесночная вода может все изменить, и ученые подтверждают это. Исследование, проведенное Пенджабским университетом, показывает, что чеснок предотвращает рост патогена под названием синегнойная палочка. Этот возбудитель в основном заполняет стенки мочевыводящих путей, вызывая всевозможные проблемы с почками и инфекции. Ученые советуют съедать 3-4 зубчика чеснока ежедневно или выпивать стакан чесночной воды каждое утро, чтобы защитить почки и начать день с пользой. Номер 2. Ваша кровь станет более жидкой. Если вы страдаете от высокого кровяного давления и повышенного уровня холестерина, чесночная вода станет для вас настоящим спасением. По мнению Шилпа Арора, диетолога и тренера по макробиотике, чесночная вода очень полезна для вашего липидного профиля. Все это означает только одно – принимая чесночную воду, вы стабилизируете свое кровяное давление. Исследование, проведенное фармакологическим колледжем в Университете Короля Халида, показало, что от 0,57 до 99 граммов выдержанного экстракта чеснока также эффективно снижает кровяное давление, как и специальные препараты. Ваш уровень холестерина тоже в хороших руках. Исследование Оксфордского университета обнаружило, что чеснок может легко снизить плохой холестерин или липопротеины низкой плотности на 10-15%. Впечатляет, правда? Так что как только почувствуете себя хуже, просто налейте себе стаканчик чесночной воды. Она обо всем позаботится. Номер 3. Ваш уровень сахара в крови под контролем. Раз уж мы говорим о пользе чеснока для вашей крови, важно упомянуть другое распространенное заболевание, с которым он может помочь – высокий уровень сахара. К сожалению, от вас будет требоваться постоянный контроль ситуации, ведь высокий уровень сахара ведет к множеству проблем, например, к диабету, ожирению и так далее. Слава богу, вы можете положиться на чесночную воду. Исследование, проведенное факультетом естественных наук в Кувейтском университете, показало, что сырой чеснок без труда понижает уровень глюкозы в крови. Еще одна причина – регулярно пить чесночную воду. Номер 4. У вас будут крепкие кости. Остеоартрит и боли в суставах входят в число самых распространенных заболеваний во всем мире. Если вы тоже страдаете от этого, вам обязательно нужно добавить чесночную воду в свой рацион. Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале по скелетно-мышечным нарушениям, диета, богатая луковыми овощами, такими как лук репчатый, порей и, конечно, чеснок, снизит риск развития остеоартрита и других заболеваний костей. Чеснок помогает организму поддерживать здоровый уровень эстрогена, важного для роста скелета и общего состояния костей. Думаю, можно с уверенностью сказать, что стакан чесночной воды по утрам точно сохранит ваши кости здоровыми и сильными. Номер 5. Ваше зрение улучшится. Другой удивительный эффект, который чеснок оказывает на ваше здоровье, это изменение вашего зрения. И что самое приятное, эти изменения только положительные. Иранские ученые провели исследование, которое доказало, что чеснок снижает внутриглазное давление. Другое исследование специалистов из университета Кумхуриет в Турции также показало отличные результаты. Чеснок борется с микробами, которые вызывают воспаление роговицы – действительно опасное заболевание глаз. Теперь ваши глаза будут благодарны вам за дополнительную защиту. Номер 6. Ваши тренировки станут более эффективными. Если вы ищете способ улучшить ваши тренировки, прекратите поиски. В чесночной воде есть все, что вам нужно. Исследование, проведенное медицинским колледжем имени Рабиндраната Тагора, выявило, что у людей с сердечными заболеваниями, регулярно употреблявших чеснок, физическая активность выше. Другое исследование научно-исследовательского института здравоохранения в Японии также утверждает, что чеснок оказывает определенное влияние на усталость после физических упражнений.
На самом деле, люди уже давно знают о полезных свойствах чеснока. Его часто использовали в древние времена, чтобы избавиться от усталости и повысить работоспособность, и даже давали олимпийским спортсменам. Так что да, все это под силу чесноку. Номер 7. Ваш мозг будет работать как часы. Чесночная вода ассоциируется с разными видами омолаживающих процессов, в том числе и с улучшением работы мозга. Оказалось, все это работает благодаря более низкому кровяному давлению и снижению уровня холестерина, о которых я говорил раньше. Медицинский факультет университета Тавца в 2006 году провел исследование, подтвердившее, что чеснок снижает риск развития деменции, представляющей собой широкую категорию заболеваний головного мозга, которые вызывают трудности в мышлении и утрату памяти. Другое исследование того же факультета показало, что чеснок значительно снижает риск болезни Альцгеймера. Что касается процессов старения, то чеснок содержит важные антиоксиданты, которые усиливают естественные защитные механизмы от оксидативных повреждений, значительно ускоряющих процесс старения. А значит, если хотите мгновенно разбудить мозг с утра, стакан чесночной воды поможет вам в этом. Номер 8. Вы будете худеть. Кто не хочет быть стройнее, правда? Что ж, хотите верьте, хотите нет, чесночная вода поможет вам и в этом. Если первым делом с утра перед завтраком вы будете выпивать чесночную воду, то таким образом разбудите пищеварительную систему и обеспечите ее бесперебойную работу в течение дня. К тому же французские ученые обнаружили, что сера, содержащаяся в чесноке, предотвращает воспалительные процессы, необходимые жировым клеткам для роста. В результате вы не только потеряете значительное количество жира совершенно здоровым путем, но и получите все полезные свойства из еды, которую потребляете. К тому же чесночная вода, как известно, помогает с множеством проблем с желудком, в том числе при болях в животе, вздутии и даже диарее. Так что ваш живот точно оценит это небольшое изменение в привычном рационе. Номер 9. Ваша кожа станет чище. Если вы тысячу лет боретесь с акне, но все еще не можете найти продукт, который поможет вам забыть об этой проблеме раз и навсегда, чесночная вода просто создана для вас. Чеснок – мощный антиоксидант с исключительными противовоспалительными свойствами, который выводит токсины из организма. Если тело совершенно здорово внутри, то и кожа выглядит идеально снаружи. Исследования тоже это подтверждают. Например, одно из них было проведено иранскими учеными и показало, что чеснок значительно сокращает количество высыпаний. Номер 10. Ваше тело очистится от токсинов. Даже если ваше тело делает все от него зависящее, чтобы держаться подальше от токсинов, все равно полезно иногда проводить детоксикацию. И чесночная вода идеально подходит для этого. Сера, которая в большом количестве содержится в чесноке, мягко и естественно избавляет организм от шлаков и бактерий. Двухнедельное исследование, проведенное Махшатским университетом медицинских наук, подтверждает, что чеснок уменьшает количество клинических признаков интоксикации, укрепляя иммунную систему как ничто другое. Это на самом деле одна из причин, почему он так хорошо борется с гриппом и простудой. Поэтому в следующий раз, когда почувствуете, что вашему организму нужна помощь, выпейте немного чесночной воды. Точно не ошибетесь! Так что вы думаете? У чеснока слишком много достоинств, чтобы не воспользоваться ими, верно? Если хотите добавить чесночную воду в свой рацион, все, что нужно сделать, это порезать пару зубчиков чеснока на маленькие кусочки и добавить их в воду. Затем хорошо перемешайте, и ваша чесночная вода готова! Не забудьте пить ее по утрам на голодный желудок. Таким образом вам достанутся абсолютно все ее полезные свойства. А если вы хотите приготовить еще что-то полезное из чеснока, сделайте чашку чесночного чая и выпейте его перед сном. Это поможет вашему телу расслабиться и очиститься, так что вы проснетесь отдохнувшим и полным сил. Чтобы приготовить чесночный чай, почистите 3-4 зубчика чеснока и нарежьте их пополам. Налейте в кастрюлю 3 стакана воды и добавьте дольки чеснока. Подождите, пока вода не закипит, снимите с огня и добавьте половину стакана лимонного сока и половину стакана меда. Затем вытащите чеснок. Чай готов!
Наслаждайтесь! Вы знаете другие простые и полезные утренние напитки? Расскажите в комментариях. Не забудьте поставить этому видео лайк, поделитесь им с друзьями и нажмите подписаться. Оставайтесь с AdMe!